работая в школе номер 9 вот уже на протяжении более 20 лет, всегда была необходимость иметь школу именно в Прилуках, потому что большое количество детей. И если раньше была практика, что на базе 7-го садика, где мы сейчас находимся, были несколько групп начальной школы, они относились тоже к нашей школе, но это не решало проблему. Во-первых, дети были оторваны от, от основной школы, то есть один класс, да, учился или два. А во-вторых, они, ну, скажем так, труднее вливались. Если это будет самостоятельная школа, естественно, процесс и социализации, и процесс обучения, и процесс воспитания, он пойдет гармонично. В школе предусмотрен спортивное ядро, спортивная площадка, гандбольная площадка и есть несколько детских площадок. В целом мы оценим как крайне интересный проект, потому что для маленьких школ это действительно, чтобы на таком участке все соединить вместе, сложная задача для проектировщика. С учетом того, что мы не можем найти денег на строительство школы сразу, поэтому здесь включается вот такой механизм конституционного соглашения. Рассчитываться за эту школу мы будем в течение 10 лет до 32 года, а дети, наши дети уже пойдут в эту школу с 1 сентября 2024 года.